В преддверии прохождения паводка руководители департаментов отчитались о готовности сил и средств к природному и техногенному форс-мажору. Они рассказали о резервах материальных ресурсов, запасах продовольствия, строительных материалов и лекарств. Тимофей Жуков продолжит тему. В минувшем году режим чрезвычайной ситуации регионального и муниципального масштаба вводился дважды. В 2017 году на территории Ненецкого автономного округа были введены режимы чрезвычайной ситуации регионального характера и два режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, значит, регионального характера, вводилось в связи с авиационным происшествием на местных авиалиниях Ненецкого автономного округа, муниципального характера в связи с подтоплением населенных пунктов муниципального образования Великосочный и поселка Харута. Спасательными службами региона в течение года осуществлено 78 поисково-спасательных работ. За отчетный период спасено 7 человек. Регулярно проходят тренировки личного состава. Готовы к природному и техногенному форс-мажору и специалисты Арктического спас-центра. Площадь численной группировки составляет 176 человек. Укомплектованность на данный момент составляет 84 человека. 84%, прошу прощения. На вооружении подразделений находятся современные образцы техники, пожарно-спасательные, аварийно-спасательные, которые своевременно и регулярно у нас обновляются, в том числе также имеются, соответственно, беспилотные электронные спасательные системы. В общей численности 57 единиц автомобильного транспорта различного назначения, 16 плавсредств и 8 беспилотных летательных аппаратов. Все, в принципе, находятся в исправном состоянии, своевременно обслуживаются и в любой момент, соответственно, готовы выполнить возложенные задачи. В этом году в округе была создана аэромобильная поисково-спасательная группировка. В круглосуточном режиме дежурство несут 30 специалистов. Срок готовности этого формирования к реагированию – 2 часа. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».